Я считаю, что мы имеем полное моральное право видеть ваши лица, вести съемку и задавать вам вопросы. Мы гражданские лица, мы врачи, доктора. Вы пришли на нашу землю. Вот я лично, чтобы не было постановки, вот я могу себе показать. Это районная больница простая. Мы простые люди, мы такого не обстреливаем. Это для русских, не для украинцев. Украинцы все разумеют и все знают. А вот хочу подивиться в очи, нам русский язык ваш. Без разницы. Мы разговаривали всю жизнь с суржиком. Нам без разницы. Что вы хотите сказать, скажем так, родителям девчонки, яка загинула в Маріуполі, якій було кілька років? От поясніть, чому ви прийшли, будь ласка, мені, от, для мого особистого, щоб ми розуміли, чому ви прийшли? Я, если честно, вообще не владею... Громче, отвечай громче. Я не владею никакой информацией, не понимаю ничего. Не бреши. Хорошо, хорошо. Вы осознаете, что находитесь в чужом государстве? Да. Вы осознаете, что это военное преступление? Наверное, да. Не наверное, четко или наверное? Да. У тебя сомнения есть по этому поводу? Громче. Нету сомнений. Хорошо, немцы зашли на Украину законно в 41-м году? Нет. В чем разница? Нету разницы. Нету разницы. Кто вы? Кто фашисты? Вы или мы? Вот если здравый смысл включить, кто фашисты? Вы або мы? Политической вот этой вот... Причем тут политической? Ты лично пришел в чужую страну. Кто фашист? Ты чи я? Я фашистом себя не считаю. А кем ты себя считаешь? Я не собирался никого убивать. Ты пришел в чужую страну? Пришел. За автоматом? С автоматом. Кто ты после этого? Террорист. Террорист, скажи. Террорист. Кто ты после этого? Скажи мне. Захисник кого? За мной нету погубленных душ. А мы откуда знаем? Ты прикрывал убийц. Вы все соучастники преступления военного. Понимаете? И они даже, эти люди не раскаиваются. То есть нация, народ, народ их погибший, у них нема шансу. У них одна в прірву. Розвалиться Росія, тому що в них навіть зараз немає здравого глузду. І очі не відкрилися. Тому що вони... Я не терорист, я не вбивця. Ну ви стоїте за спинами і прикриваєте убійць. Доктор, я думав, я сюди їду захищати людей. Не бреши, ти знав усе! Ти знав усе! Що ти будеш з цим робити далі? З ким? Ну, з цією ситуацією. З ситуацією? Да. Вот если тебя отпустить назад в Россию, ты опять приедешь? Нет. Есть большие сомнения. Есть. У этих людей немає шанса, ни совести, ни шанса. Если в гости не пригласить, не приеду. А кто сейчас приглашал кто-то? Нет. Чего ты пришел? Ну ты хоть раскаешься, хоть капля в твоей совести проснулась? Да, конечно. Я вижу, вы приняли меня по-хорошему. У вас дружный, хороший коллектив. Вам без разницы. Кто я? Вы делаете свою работу. А ваши даже раненых не собирают. Понимаете? Крематории привезли. Вас мертвый, вас не шукает. Вас даже запрещают матерям знать, что погибли ваши солдаты. Это понимаете? У вас очень хороший здесь коллектив. Помощь будет оказана в полном объеме. При всем нашем желании.